Уважаемые коллеги, те, кто только начинает свой путь хирургической стоматологии, а в частности в имплантологии, и те, кто уже имеет опыт и желание усовершенствовать свои мануальные навыки. Хочу предложить обсудить на нашем курсе достаточно актуальную тему в современной имплантологии. Это метод дентальной имплантации с одномоментным поднятием на гайморовой пазухе. Тема достаточно узконаправленная, но часто встречается в ежедневной практике врача-стоматолога-хирурга. Речь пойдет о методе дентальной имплантации в боковых отделах верхней челюсти с дефицитом костной ткани и о методе решения этой проблемы путем поднятия дна гайморовой пазухи, так называемой операции открытого синус-лифтинга. Вы узнаете плюсы и минусы методики по одномоментному проведению имплантации в сочетании с открытым синус-лифтингом. Разберем долгосрочные клинические случаи данной методики. Обсудим типичные ошибки планирования и проведения операции открытого синус-лифтинга. Вы получите теоретические знания и научитесь на практике применять данную методику. Готов поделиться своим опытом, своими успехами и ошибками, накопленными на протяжении 15 лет. И вы сможете и начнете проводить операцию имплантации с одномоментным открытым синус-лифтингом в своей ежедневной практике.